Потом эти фотографии его дети продали библиотеке Конгресса США, потому что не было возможности эти фотографии сохранить. Потому что фотографии, вы знаете, которые делались тогда, дело в том, что когда фотографировал Прокудин-Горский, не было такой вот фотографии. Сан-Франциско служил Тихон, в Нью-Йорке служил, в Санкт-Петербурге, в Ярославле, Дисне. Последняя была у нас, конечно, у конечно, уже она и вдох, и все. Конечно, это. Конечно. Нужна, обязательно нужна, тем более, что вот именно он здесь служил, его здесь соприкоснулся как-то с Литвой, да, люди православные, которые здесь жили. Это же все переносится поколениями и должны хранить, и уважать, любить, помнить такого великого. Мне кажется, что даже интуитивно в этих фотографиях есть вот эта душа переносится. Интуитивно в этих фотографиях. Немногие знают, что по улицам города Вильнюс когда-то ходил будущий патриарх. Мне бы хотелось, чтобы наши люди, особенно православные, русские люди, чтобы люди узнали, что был патриарх, да, но не просто был патриарх, это, кстати, будущий архиепископ здесь в Литве, а чтобы они немножко задумались, люди. Вот цель такая миссионерская немножко, что о той стране, в которой их предки жили или соседствовали. Ведь мы жили, все наши предки жили тогда в империи. Я думаю, что... Это первое, конечно, да, такая цель. А второе, чтобы, конечно, вообще поддержать нашу церковь в Литве православную.